Громкие аплодисменты, счастливые лица и искренние поздравления. В Самарском академическом театре оперы и балета за особые заслуги наградили тружеников сферы городского хозяйства, медицины, образования и культуры. Глава Самары Елена Лапушкина вручила памятные подарки, отметив существенный вклад, который каждый внес в развитие региона и всей страны. Дорогие мои земляки, я искренне хочу, чтобы наша Самара развивалась, чтобы мы всегда ей гордились. И где бы мы с вами не были, в каком бы уголке земли, чтобы мы могли с гордостью сказать: я из лучшего города на земле, и я из Самары. Я вас всех поздравляю с нашим общим праздником. Глава города обратился со словами благодарности к руководителям предприятий, которые поддержали вынужденных переселенцев с ДНР и ЛНР, и выразила слова поддержки военнослужащим и добровольцам, которые сейчас выполняют задачи специальной военной операции. Также поздравить почетных гостей приехал и председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев. Мне очень приятно в этом зале видеть наших почетных граждан. Я преклоняюсь перед вашим трудом на благо Отечества, на благо нашего любимого города. И счастье в том, что вот такое торжественное собрание сегодня поздравить здесь, с этой сцены, это тоже дорого стоит. В числе награжденных – заслуженный артист России Владимир Гальченко, балерина Ильза Лиепе, дизайнер Евгения Руссу, архитектор Дмитрий Храмов, руководитель благотворительного фонда Ольга Шелест, директор школы Вячеслав Алексеев, архитектор Аделя Иваева, директор колледжа Татьяна Санникова, электромеханик Сергей Слепенчук, летчик Виктор Каратаев, общественный деятель Юлия Копылова и врач Александр Муравец. Эмоции, конечно, переполняют и от награждения, которое состоялось, и от выступлений, и от замечательного спектакля, который мы посмотрели. Наш любимый город Самара, я сказал в своем выступлении, я хочу повторить ту же мысль. Это уникальный город, который может объединять в себе бережное отношение к высоким традициям и самые эффективные модные инновации. А сегодня было очень хорошее мероприятие, исторический момент, мы вспомним, да, создание нашей Самары, крещение Руси. Я желаю жителям побольше улыбаться, поздравляю с днем рождения всех и каждого. И все, что происходит в нашем городе, это результат работы каждого человека. На сцене выступили творческие коллективы. Завершился вечер показом спектакля «Князь Владимир» с участием знаменитых артистов балета и воспитанников детского музыкального театра «Задумка». На сцене соединились драма, современная хореография, классическая музыка и академическая живопись. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.